В августе этого года цифровая платформа Disney Plus выйдет на турецкий рынок сразу с десятком новых сериалов, съемки которых стартуют уже в следующем месяце. Зрители ждут несколько неожиданных, но очень приятных сюрпризов. По сообщению известной журналистки Берсен Алтунташ, мировой гигант Disney Plus активно готовится выйти на рынок Турции, создавая большой ажиотаж в сериальной и киноиндустрии своими громкими проектами. Пока на турецком рынке компания работает через представительство Fox TV. Напомним, что Fox принадлежит Disney. В настоящее время подписаны контракты с такими звездами, как Халид Эргенч, Арас Булут и Немли, Энгин Акверик, Джан Яман, Шахан Гюкбахар, Пинар Денис, Бура Гульсой, Димит Аздемир, Ирим Хильваджалу, Ханде Эрчель и другими. Для запуска платформы в Турции будет снят специальный рекламный ролик с участием всех звезд Disney+. Кроме того, Disney+ решил выпустить докудраму, которая расскажет о двух самых легендарных именах турецкого шоу-бизнеса – Барыши Манчо и Кемале Сунали. В настоящее время идут переговоры с родственниками знаменитых деятелей турецкой культуры, чтобы получить необходимые разрешения. Учитывая невероятную любовь турков к этим звездам, подобный ход наверняка привлечет повышенное внимание к платформе. Пока неизвестно, когда выйдет промо-ролик Disney+, как и неизвестны все звезды, которые будут участвовать в сериалах платформы. Берсен Алтунташ сообщила лишь имена тех актеров, о которых ей стало известно, однако ее информация неполная. Только при выходе ролика мы наконец-то узнаем всех звезд платформы. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.